слышим. Какого хуя, если я тебя убил, блядь, что мне интересно, блядь. Блядь, ну сука. У нас все время так, Леша убивает меня, матрас убивает Лешу, короче. Потому что Леша убивал меня. Слепила нахуй. А не пойти бы вам нахуй. Нихуя себе. Блять, идите нахуй, пожалуйста. Блять, идите нахуй, блять. Да, блять. Втроем. Втроем, сука. Ой, ебаный. Втроем, блять. Втроем даже самый нищий не нападает, блять, понимаешь? Да, конечно. А что с тобой делаем, блять? Что, у тебя хуй сзади? Я же рушу. Хуй сзади. Блять, на третий, сука. Не, ну слышь. Как так? Блять. Сука, матрас! Почему у тебя такой ник Матраскин? Нихуя себе, просто, бля! Ибо. Блядь! Получу пизды? Блять, просто, ну... Ну что за пидор он такой, а? Что, блять? Зато как я зажимаю, блять. Второй где? Бушу ебашу ебывай. Блять. Ну блять, у меня даст, я ничего не придумал. Да сейчас опять продление будет, зиба. Сколько уже играем? Да, снег, господа. Это, наверное, админ ебашит продление. Да блять. Да иди ты нахуй, слышь. Ты опять с ОП пошел нахуй. Да, у Матраскина лучше получается. Да, блять, подвинься, сука, ну кто там такой жирный? Тут 3D-кок, сука, он даже за контров умудряется меня бесить, блять, он подпер, сука. Куда он смотрит? Ебать, вот это лакер.
Да, странно. Блять, готовься лучше к смерти, не будет смешно. Готовься к смерти? Готовьтесь быть выебанными! Слышишь, ну ты выбежал как пиздец просто, я не знаю. Это про Демоникуса, наверное. Ебать. Вот это внезапно было. Сам, ебать, на пердели там на выходе. Какой же, у меня тут дигл, мне похуй вообще на бугры. Скажу. Проходи, сучка. Иди нахуй, блядь, кидры. Алкоголик, блядь. Я ему внушаю ужас, походу, своим видом. Бля, что тут за негатив? Сука, патронов нет. Пошел нахуй. Бля, че он от меня хочет все время? Да я так и понял. Потому что захотелось. Да, блядь, сука, дебил. На, блядь. Блядь, алкоголик, не смеяйся. На, блядь. Где тут оружие получше, блядь? Какой балкон, блядь, чем он гонит леса? Какой, блядь, даст тебе балкон? Сатану убил, ты в курсе? Это вообще в районе Иисус на туре. Еще один! Нет, там на распе очень плохо все, я ебал. Ну нихуя. Блять, ты чё, охуел? Врубай ха. Чувак, ну погиб как герой, отвечаю.
только зига и все. Конечно, тут план. Ай, сука! Ну, бля, ты должен был быть хэ. А нету хае. Ну, блядь, ну как? Давайте дропну чуму. Бля, да письмо перешел за тарик. Сука. Угу. Меня Алексей меньше бесит, чем это. Да и... А, я самый первый умер, как обычно, в принципе. Я как этот самый, я как ниггер в фильме ужасов, короче, умер. Ну, блядь. Да пиздец. Блядь, ты еще один оба пошли? Я съел бы отсюда. Либо нету ее будет там. Ха, Леша, вырубай, а я тут слышал. А, конечно, да, ебать, какие могут быть. Блять, это все потому, что его манить начали, у него мораль упала. Все. Ну, ну скажи, что он, блядь, не бесит. Ну вот. Я тебя, блядь, забаню, понял? Какой одного голоса? Там было 3 из 6.
Ну там мы втроем чисто, блин. Только вдвоем проголосовали. Нет, только мы понимаем ситуацию правильно, короче. На-на. Кто, блядь, следующий? Блядь, вот я не понимаю, почему, какой смысл, блядь, сидеть на базе там, блядь, у теров. Блядь, это пиздец. И вышел, никого там нет, все, побежал. Смысл вам идти, блядь, до базы? Ну, блядь, мы рашим, как бы, порядочные контртеррористы. Вы там сидите, дрочите на базе, хотя должен... Что ты сказал, блядь? Да не, ну Алексей, кстати, почти всегда сидит возле банки, а эти, блядь, не тут. Не, ну 10%, ну что это? 50. Не, было 10, наверное, это что он отхилился. Тут хилка это спорная, блядь. На 15 хп, по-моему. За хэдшот, по-моему, 40, что ли? Да, блядь, На, блядь. Я ни разу не попал, да ладно. Да, вообще не похож. Блять, я вас уебал. Я отвечаю, уебал. Я сквозь башку чью-то, блять. Матрас сквозь твою башку. Ох, граната залетела прям в жопу, блять. Блять, просто. Ебать, такие ники убивают, конечно, просто, блядь. Не знаешь, там просто про. Почему так пишут? Надо дроп тебе. Еще вспомнить остальные эти, что мы записывали. О, нюк, нюк, троечка, троечка. А вот там кто-то тоже мама сосочки трогал. Вот сосну как-то. Я его забрал, короче, чтобы больше не баловался. Ладно, пока. Сейчас будем Алексея встречать на банке, короче. Я, блядь, вас встречу на банке. Да, за тобой же выход. Я вам, блядь, выйду, нахуй. Уедете назад, сука. Вы, блядь, готовы, нахуй? Вы готовы, блядь? Ты готовы? Ну кто там такой кривой, спрашивай? Я так понял. Да ну нихуя себе, ну какого хуя? Что такое бурган? Ебать, щит запрещен, а скорострелка нет как-то. Да где ты их там находишь-то все время? You're welcome. Я сейчас еще хуяс. Как там?
светом кидаешь, блин? Ну это пацан Чебекокс. Нихуя себе, блядь, нихуя он себе. Он такой умный, нахуй. Алкоголики, блядь. Сука. На, нахуй. Ну хоть одного забрал, то самооценка плюс 500. Димонику спали, сука. Нахуй. Закрой пасть, сука, рак ебаный. Я тебя, блядь, со скимапки твои шатал. Топовая фраза. И в жопу порол тебя. Ебал, нихуя себе, блядь. Кого там так забрали, блядь? Так, я в салон поеду. Да конечно, суки! Хедшот, бич. Правильно, ибо нехуй выебываться. Да ты заеб... Почему ты никогда не умираешь? Нихуя себе, блядь, вдвоем как пидор, ну. Я, блядь, готов вас был, блядь, нагнуть уже. Ой, блядь. Не, ну это вообще не круто. На планте бомбу ставят. Зигу не смотрю. О, перезаряжается. Нету. Все. Да похуй. Щипцы для педиков. Настоящие мужики хуярят провода руками, блядь. Ну лалки, блядь, готовы? Ну нихуя себе. Вот это нормально, приняли пацаны. Гости, честно. Ага, сейчас, блядь, забанят меня, походу. Я сейчас наугад прострелил ящик, думал, блядь. Ну. Конечно. О, блядь, наткнемся. Как нехуй. Ну, блядь, только сами себя можете наткнуть. Тройка лучше, блядь. Да ну нихуя это просто, блядь, пидор. Просто пидор, ну. Что? Где? Блядь. Сука, это тупо было вообще. Почему они на базе до сих пор, я вот не понимаю. Уже хоть на такая минута, они там дрочат. Кони печальные, блядь. Да паси плент. Сейчас будет выходить с банки на базу террор там. Отошел назад. Угу. Да я че, он будет, блядь, дрочить эту дверь долго. Выходит, пытается выходить сейчас. Сейчас будет видно. Ну, блядь, возле дверей уже дрочит. Вышел. Так, сейчас еще выйдет. Смотрит. Смотрит тебя. Блять, ну вообще не пально. Хороший вообще. В хэт ему прилетело, блядь. Ну да, да, сначала в хэт, а потом. Попал?
Нет? А, это кокос. Флешку кинул кто-то. Блять! Это я чисто флешмастер. Да блять, пошел нахуй. За ящиком слева там, смотри. Блять, ну, ну как ты такие дорогие? Ладно, сейчас он пизда будет. Пизда он будет, я реально отвечаю. Сейчас пизда. Окей. Блять, наше время нахуй настало, блять. Блять! Вот так из нас. Где-то на Зиге стрелял там, блядь. Да, сзади же никто не стрелял, блядь, Зига, блядь. Ай! Сука. Ты с перепола прыгай там, блядь, где-то сейчас гриночку нахуй. Ай, тут, блядь, сука. Был бы Дигу. Так, давай, спрятался нахуй на базе, там смотрит. Выглядывает. Вверх вообще не палит. Палит. Ща выйдет. Ну там он навелся, пиздец, по-царски, честно. Ай, сука. Опять вдвоем, как лохи, ну. Блять, сука, надо было тебе уметь. На Зиге вышел. Ну да, блядь. Да как кто кричал, что ты админ, блядь? Я помню. Я уже давно понял этого хуесоса. Как, блядь, неудобно все-таки, когда ты на фагеймерс и нельзя забанить. Ну, блядь, когда ты не выиграешь в КС. Да ну нихуя вы вдвоем, блядь. Чипсы, чипсы есть, блядь. Что, еще один? Пиздец, я думал, все сдохли. Что на ивенте там? Не-не-не. Это не ты, или ты был? Да? Бля, Лёша, я тебе 99% урона нанес. Заебал. О, у меня... Не-не, нету. Нету. А, не-не, есть! Ну только не мы тогда, а кто-то другой. Или кто-то из наших, я не помню. Кто-то из наших. Ну хрен, это где-то было, да. Да-да-да, точно, это было в веселухе там. Вот мы. Да, где мы еще в лоре выходили постоянно. Я сначала нагибали, потом мы нагибали. Потиши. Ой, блядь, подсадили там наверху. Что ты? Ну них, блядь, ну алкоголик. Хорош. Наверху. Шар, ёбаный, блядь. Блядь, бейте на ящики, да, блядь. Не бьете вы его, он, блядь, вас нагнет, понял? Хорош.
Ну это как обычно было просто, блядь. Ну. Вообще, блядь, я не знаю. Эдвард, руки пенисы, блядь. Не-не-не, я это отходил. Ну как не отходил. Че ты, блядь, ну сука, не выеб. Где этот пидор? Ты Фрапсон снимаешь? Так, а нет разницы, какой у тебя в конкретном расширении. Ну, блядь, в этом самом Фрапсе. Ой, не в Фрапсе. Ты чем снимаешь? Фрапсом, да? А чё не бандика, он как лоб? Блядь, ну нихуя себе, алкоголик, я не был готов, я бы не смешно. А кто тебе виноват, блядь? Да я знаю. Ну давай, ты выходишь, короче. А, нормально, пойдет. Остались чисто два самых бесячих типа. Ну охуели, суки. Мы вас выебем, блядь. Сейчас по-любому на базе какое-то тело будет просто. Алкоголик, блядь. Суки. Опять вдвоем, вы вдвоем как пидоры, вот реально. Вечно вдвоем, блядь, суки. Так. Я не на телефон, а в скайп. Какие-то пидоры вообще хуй его знает, откуда, блядь. Откуда они вообще появились, блядь. Да просто, блядь, сука. Иди нахуй, сука. Ну там пизда, чувак, блядь. Ну, конечно, куда ты денешься. Эстейт? Нихуя себе. Какой эстейт? Ты чё, смешной? Вот тут вот реально, блядь, в этом случае продление бы оправдано было. Я чуешь на вот классика, классика жанра. Это точно. Сука. Классика жанра то, что мы вдвоем, сука. Пидор ебаный. Классика жанра, блядь. Сайбер ёбаный. Ну вот все отлично, можно план пасти даже. Да нам похуй. Алкоголик, блядь! Да, все честно. Блядь! Вот это ебаная крыса, пиздец. Шо, крыса что ли, блядь? Ну Фокс, тут... Все, скилл не тащит? Тут тоже тактика сработала царская, блядь. Да. О, блядь, ну это пиздец.
Не, ну я думал пролетит, а она так залетела у тебя в лучших традициях пейнтбола. А что, где? Демоник просто где? Теперь наоборот что-то вообще. Опять херню. Так а нахуй я сейчас даст два, блядь, пиздец. Все равно будем бегать. Ну, блядь. Ну да, сука, против трех, блядь, АК не попрешь. Ну чё? Блядь, ну это ж пидор, ёбаный. Так и... Обрати внимание, сидят же до последнего сучечки на базе. Кто, блядь, вот сидеть должен на базе? Мы или они? И что там? Да ну нахуй. Ну да, блядь, сейчас будем бегать как кролик. Ну пиздец, да, смысл от этого change level вообще ноль. За терров, maybe? Ну пизда тебе тогда. Ну будет классика с Алексеем теперь. Ну, блядь, я повезло, с ножом бежу. Да, блядь, пошли нахуй. Бля, такой хуевый первый раунд. У меня залупа, блядь. Где этот кокс? Он чё, потеряшка совсем, пиздец, побежал на Б куда-то. Блядь, лошарами, кантарами. Откуда? На, валенок, блядь, на А. Шаришь? Ему норм, да? Ой, блядь. Как это я, блядь, 205 дамаги дал с двух хитов? Пиздец. Да ну нихуя себе. Совсем не смотришь, баран, блядь? Да тут пиздец, чисто Dust 2 показал, кто дебил, блядь, играет. Прошли на ад просто, как я не знаю, беспрепятственно. Сейчас, блядь, десант нахуй. Оп! Ох, сука, трое, блядь. Нихуя себе. Да все, вы взорвались, короче, пацаны. Ну тут рез просто божественный, поэтому... Сам Бог велел. Бля, как так мат? Давай, убей его, короче. А у меня тигла, блядь, с такого расстояния, я вообще хуй знаю. А что, все?
Ебать. Где плент лазит, сука? Ща, бля, я бегу на. Давай булками шевели. Блядь, что их трое? Что их... Где? Ай, бля! Алексей, давай их убей всех там. Сука. Да пиз... Ебать, это еще бомба под ногами, нахуй. Ну, все равно мы выиграли. Вообще, пленту нормального пацана в этот раз. Блять, пиздец, а кто там такой несмелый? Это кок, сука, такой несмелый был. Я, короче, прикинь, бегу, вперед пробегаю, а он спрятался за ящиком, и ему норм. На зиге. Двое на Б? Блядь. Пиздец, я их расположил. Давай говорим потом где-нибудь. Да ёб твою мать, ну нихуя себе. Ну вы косые. Блять, пиздец. Пойдемте на зигу чисто. Бля, только я муху взял, ничего. Бля, какой-то черт там нахуй. А плен чистый. Да последний калека. О, выходит. Хуя, зига нету. Блэр, впереди. Он тебя услышал. Или ты в этот микрофон? Где ты учишься? Бомба на длине. А. Колледж? Какой курс? А после 11-го типа или как у тебя? А, так ты практически школа лощ? Да? Ничего. Ну да.
Да ебать. Короче. Супер команда, ебаный скучно. Да блять, погиби. А ебал я эту яму, я лучше обойду нахуй. В эту хуйню стрелять всегда бесит. Вдрочит. Палит? Уже спалил. И что, выходит? Нет. Сука, сука. Ай, блядь! Я думал, он там, в яме, а он, сука, слева. Блядь, ну... Я с АВП по-разному смотрю. Длина чисто. А что, на Б никого? Бегите на Б, я понял. Как-то мы играем, блядь, 4 на 2. Алексей? Сука, ну как то. Бояр, впереди, блядь. Нихуя! Вот это вообще пиздец. Где? А пошел. Блядь. И похуй. Щипцы-то не модно покупать. Да. Да, пиздец. Ну да, все, он пизда теперь, пацаны. Нет. Кто, блядь? У плеера шли ВХ или чё? ВХ, пиздец, я охуевший вообще, блядь.
За бордюром все скрыто, и он как-то не попадает. Ах! Сука! А нахуя вы на Б ставите? Вы чё, блядь, расслабились, что ли? 3-3, блядь, какой, блядь. Сука. Алексей вспомнил, блядь, старые обиды, короче. Да.